Лідія Астріянц, майстриня обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя». Понад 30 років захоплюється вишивкою та мережевоплетінням. Бере участь у всеукраїнських фестивалях, обласних оглядах, святах народної творчості та виставкових проєктах. Доброго вам ранку! Добрий день. Мережеве плетіння – один із найвишуканіших видів такого прикладного мистецтва. Зараз будемо, власне, про нього ми розповідати. Що потрібно для того, щоб зробити ось таку красу? Бо на перший погляд, мені здається, що потрібно крючок, скажімо так. Ніткий крючок. Так. Это может быть и похоже немножко на плетение, на вязание крючком, но плетение коклюшками, наверное, значительно интереснее, потому что можно узоры придумывать любые. Понимаете, какие фантазии подскажут. Коклюшки – это вот этот инструмент, да? Коклюшки, да, это вот такие деревянные палочки. Используются они для того, чтобы… их, да, давайте, нет, нет, вы не держите, ага, чтобы я показала, как плести. Давайте, вы будете держать вот здесь нитки. Значит, коклюшки – это деревянные палочки. И в верхней части этих палочек, за нижнюю часть держите, в верхней части палочек намотаны нитки. Это рабочие нитки. Они могут быть любой толщины, любого качества, любого материала. Используются коклюшки при плетении всегда парами. Самое простое плетение – на четырех коклюшках. Можно сплести шнурочек, который называется плетишок. Плетишки используются в… плетение фигурок. Видите, вот эти крылья, у них вот эти тонкие перепоночки на крыльях, выполнены на четырех коклюшках, плетишком. Плетутся парами, да, плетется все, коклюшки используются. Да, ну это нежные очень, потому что нитки очень тонкие. Эти нитки на коклюшках у нас сейчас значительно толще, поэтому и плетишок будет погрубее, будет такой ощущаемый толщины шнурочек. Движений всего два при плетении коклюшками. Первое движение – это перевить коклюшки. Видите, да? Одна вокруг другой, вращается. Да, правая вокруг левой. И второе движение – это сплести. Из левой руки перекладываете коклюшку в правую руку, левая коклюшка всегда идет поверх правой. Все. Чому десь можна навчитися в Миколаєві? Ну, я не знаю, по-моєму, нігде. Ну, як ви вчилися? Ну, я училась по книжкам, только по книгам. У меня много литературы всякой о кружевах, в том числе и о коклюшечном кружеве. Все, движение два. Перевить, сплести, перевить, сплести, перевить, сплести. Все, видите, да, подтягиваем, получается шнурочек. Ловкость рук, скажем, да? Ловкость рук, да. Но обычно используется значительное количество коклюшек. Вот чтобы сплести вот эту кайму вокруг крылышек ангелочка, нужно 12 коклюшек, то есть 6 пар, не меньше. Поэтому нужно приловчиться, расположить эти 12 коклюшек на двух ладошках и их попеременно относительно друг друга перемещать. Да, шнурок получается. Как косичка, только из четырех нитей. Плетение подобно косичке, вот как девочки плетут косы. То же самое, только нитки 4. Сколько часу потребно для того, чтобы сделать такой вырез? Ну, хоча б, хоч приблизно, чогось навчитися. Ні, не приблизительно. Научиться плести на коклюшках, научиться, може, і не сложно. Я розумію, що той, хто лише от, перший раз бере коклюшки, то йому дуже важко буде, тому що от саме зрозуміти, що потрібно поміняти, які місцями поміняти, потім як їх перекласти, так? Це от один да, момент. Нічого страшного в цьому немає. Я ж говорю, движений всього два. Поэтому научиться перевивати і сплітати, тобто перевивати, перекладувати, в одной руке и сплетать, перекладывать из руки в руку, труда особого не составляет. Вся беда в том, что для плетения нужно выработать скорость. А скорость вырабатывается вот так же, как игра на музыкальных инструментах. Это ежедневные тренировки, причем многочасовые. Чему вы зацікавились саме таким видом мистецтва? Я вообще очень люблю кружево. Для меня любая текстильная техника интересна. Но из всего нравится больше всего кружево, потому что для меня очень важно, чтобы нитки были насыщены воздухом.
Поэтому я занимаюсь, видите, вот и вязанием на спицах, тоже кружевное все. Это не плотное, да, это на пяти спицах связано. На спицах, которые обычно вяжут носочки, чулочки, варежки. Это тоненькие нитки, это очень тонкие нитки, да, 50-е. Да, ну где-то с неделю, если не дней 10, нужно на вот эту салфетку. Да, очень, потому что любая ошибка очень заметна при изготовлении таких кружев. Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы не ошибиться в рисунке. И кроме того, нужно еще большое терпение, потому что все это, представьте себе, вяжете каждую петлю, вы по рисунку следите за тем, чтобы не было ошибки. Чи пам'ятаєте ви свої, можливо, перші роботи, які вони були? Я так розумію, що вам дуже вдалося те, що ви планували, тому вас зацікавило ще більше цей вид мистецтва. Зазвичай от люди так, наприклад, бісер зацікавив, щось сплели, якісь декілька браслетів і відклали. Далі, наступний вид мистецтва. Тут настільки так зацікавити, щоб вже робити і об'ємні вироби, і робити і плоскі вироби. Да, конечно, интерес очень большой, потому что без этого, без какого-то стремления к познанию нового, к овладению какой-то новой техникой, конечно, ничего не получится. Потому что техники очень трудоемкие, требуют большого терпения и большого сосредоточения внимания. А что подтолкнуло, я даже не могу вам сказать. Я коклюшками начала первый раз заниматься лет 30, наверное, назад, но как-то это меня не захватило совсем. И все это было отложено в долгий ящик. А лет 10, наверное, назад Валентина Владимировна Кривцова, руководитель творческого объединения «Прибужье», мне сказала, я сказала, что у меня есть одна работа коклюшечная, что-то там говорили об этом. Да плетите на коклюшках, на выставку нужно что-то необыкновенное. Ну, с этого все пошло. Вот за 10 лет упорного труда из плоских изделий, как обычно плетут сначала, какие-то салфетки, воротнички, какие-то панно, вот дошла до того, что стала плести объемные фигуры. Скільки часу потрібно, щоб зробити серветку, от, наприклад? Все зависит от размера. Может быть, ну, якщо невелика якась. От трьох дней, где-то до двух недель даже. Угу. Все зависит от размера салфетки, от сложности орнамента. Она может быть достаточно пустой, понимаете как, а может быть очень насыщенный рисунок. Чи можна сказати, що такий вид мистецтва має лікувальний, наприклад, заспокійливий характер? Да, конечно, это правда. Ну, для того, чтобы успокоиться, нужно немножечко терпения иметь, понимаете? Потому что если у тебя что-то не получается, и ты начинаешь нервничать, то лучше это дело и не начинать. Взагалі по життю, чим ви займаєтесь? От ви казали, що ви 30 років назад спробували в'язати, зробити такі вироби якісь на коклюшках, так? Да. Потім відклав, потім знову все ж таки пригадали це від мистецтва. Ну, між коклюшками первыми и вот этим результатом было 30 лет, которые были посвящены, во-первых, технике макраме. У меня было очень много вещей, сплетенных в технике макраме. Я попробовала заниматься приволите. Но это тоже как-то настолько, не знаю, для меня занудно. Если людина творча, то она себя постоянно шукает, так? Конечно, да, потому что когда освоишь какую-то технику, ты понимаешь, что ты приемами этими ограничен в чем-то, понимаете? Вот здесь, например, вязание на спицах очень ограничен в выборе орнаментов. Не слишком богатый набор, согласитесь. Коклюшки позволяют сделать различные орнаменты, любые фигуры. Коклюшки дают большие возможности. Вы видите здесь вот вышивка по сетке, да, вот эти картины, это вышивка по сетке. Там тоже, там есть свои прелести и свои недостатки, свои ограничения, что связано с технологией изготовления. Чи є щось таке, що ви мріяли опанувати якусь певну техніку або якийсь робити виріб, який вам здається зараз, ну, досить складно його створити? Ну, сейчас я понимаю, что уже с коклюшками, наверное, я освоилась неплохо. Мечтаю какие-то делать цветные панно на сказочные сюжеты, но это все только мечты пока. Ну, я думаю, что главное мріяти, главное бажати, потім обов'язково все вийде. Да, это правда. Мечты и желания очень много делают. Да. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую, що показали нам, власне, і як робити такі вироби. Да, я бы хотела еще сказать, что сейчас творческое объединение «Прибужье» проводит цикл
Називається виставочний цикл, він називається «Нові імена Ніколаївщини». Ви, до речі, є учасниця цього циклу. Я участвувала, да, одна з учасниць четвертого цикла вже «Нові імена Ніколаївщини». Моя виставка персональна була відкрита 4 февраля. 14 ноября этого года в Художественном музее имени Верещагина открывается заключительная выставка этого цикла. В ней будут участвовать 10 мастеров, которые выставлялись персонально в течение двух последних лет. Так что приглашаю всех на эту выставку 14 ноября в Художественном музее имени Верещагина. Дякую ще раз вам. І бачите, друзі, ми і показали мережеве плетіння, і одночасно якраз і проанонсували захід, який відбудеться вже в листопаді. Так? І вже глядачі зможуть спланувати свій вільний час і обов'язково завітати на цю подію, де будуть представлені різноманітні техніки мистецтва. Зокрема, познайомтемось ближче із вашою технікою мистецтва. Ближче побачимо все це. Ще раз дуже вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була майстриня Народно-творчого об'єднання «Прибужжя» Лідія Асрія. І говорили ми, власне, про мережеве плетіння. Я б навіть сказала про мережеве плетіння в вашому житті.